Автосалон фірми «Трек», що розташований за адресою вулиця Плеханівська, 39А, офіційно представляє на харківському ринку всю гаму автомобілів «Рено» та програму для автомобілістів «Бардачок». Програма виходить за підтримки фірми «Мегатранс», офіційного імпортера автомобілів «Самант». Страховий партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. 12 октября Кабинет министров наконец-то внес изменения в правила дорожного движения. Ровно на месяц позже, чем должен был. Поводом к изменению ПДД стало августовское изменение законодательства, отмена техосмотра и упрощение передачи управления автомобилем. Скажу честно, ожидал не поправок ПДД, а полностью новую редакцию этого важнейшего для водителя документа. Однако Кабмин обошелся лишь косметической правкой и приведением правил к нормам, установленным законами. Детальный анализ этого документа еще впереди, а сегодня расскажу о том, что бросилось в глаза после первого прочтения. Как и ожидалось, в ПДД внесены изменения, касающиеся документов водителя. Их нужно предъявлять, а не передавать, как было раньше. Да и список необходимых бумаг стал заметно короче. В нем только права, техпаспорт и страховка. Теперь даже документы на груз водитель показывать не обязан. Наконец-то устранены противоречия, связанные с мопедами. Прописана необходимость наличия водительского удостоверения у их водителей. Обязательное наличие шлемов для скутеристов. А также сами мопеды теперь относятся к механическим транспортным средствам. И скорость движения мопедов за городом отныне ограничена 60 км в час. Про водительское удостоверение еще немного. Не прошло и 3 лет, как в правилах появились все 14 категорий транспортных средств, которые уже давно есть в правах последнего образца. Права на управление автобусами, троллейбусами и трамваями отныне будут выдаваться только лицам, достигшим 21 года. Раньше было с 19. Несмотря на отмену техосмотра и упразднение соответствующего талона, гаишники все же оставили за собой право проводить проверку технического состояния на дорогах, но только для того транспорта, который подлежит техконтролю. Кстати, новая редакция правил разрешает эксплуатацию автобусов с прицепом, если такое предусмотрено изготовителем автобуса. Изменился пункт ПДД, описывающий порядок реагирования на стоящую машину с включенными мигалками. Теперь даже если такое авто стоит на обочине и у него включены проблесковые маячки синего цвета, водитель обязан не останавливаться, как было раньше, а снизить скорость до 40 км в час. Также отныне при остановке сотрудникам милиции водитель обязан включать аварийку. В случае причастности к ДТП, теперь у водителя появилась возможность обойтись без ГАИ, как прописано в законе об обязательном автостраховании. Ну и при обучении вождению в индивидуальном порядке теперь не нужно возить с собой медсправку. В общем-то, это и все практически. Все остальные положения действующей редакции правил дорожного движения остались без изменений, к сожалению. А может быть и к счастью. Вы можете, уважаемые телезрители, представить себе дорогу, двигаясь по которой в одну сторону водитель совершает поворот, а при движении во встречном направлении в том же месте едет прямо. Вот такое загадочное место, оказывается, есть в Харькове. Поводом к следующему сюжету стало небольшое ДТП на пересечении улиц Динамовской, Новгородской и Белой Акации. Автомобиль, едущий по Новгородской через перекресток по правой полосе, слегка зацепил машину, ехавшую в левом ряду в ту же сторону. Водителя обвинили в том, что он поворачивал налево из правого ряда. Внимание, вопрос. Если двигаться по Новгородской в сторону Белой Акации, совершает ли водитель поворот налево? Поверьте, вопрос отнюдь не праздный. С точки зрения водителя, впервые попавшего на этот перекресток, никакого маневра он не совершает, просто едет прямо. Это подтверждается знаком «Главная дорога», который не имеет никакой таблички, указывающей на изменение направления главной дороги. А проезжая часть лишь немного изгибается в сторону, как на некоторых похожих по конфигурации перекрестках, например, на пересечении Динамовского и Фанинского переулка. Знаки направления движения по полосам отсутствуют, поэтому двигаться дальше можно как по левому, так и по правому ряду. Казалось бы, все очевидно. Какой же здесь левый поворот? А такой. При взгляде с другого направления нет ни малейшего сомнения, что дорога таки поворачивает. При движении по улице Белой Акации в сторону Новгородской на этот очевидный факт указывает знак «Главная дорога» с табличкой, четко прорисовывающий конфигурацию перекрестка.
Еще одно доказательство. Табличка с зеленой стрелкой у красного сигнала светофора, разрешающий поворот направо. Таким образом, имеем парадокс. С одной стороны, поворот есть, а с другой — нет. Теория относительности вместе со всей квантовой физикой и неевклидовой геометрией нервно курят в углу, глядя на харьковские дороги. Ну ладно, оставим в покое высокие материи. Вопрос. Так можно или нет ехать с Новгородской на улицу Белой Акации с правого ряда? С точки зрения водителя, подъезжающего к перекрестку по Новгородской, можно. А с точки зрения инспектора ГАИ, дежурящего за перекрестком, нельзя. Ибо поворот нужно осуществлять только из крайнего ряда. Кто прав, надеюсь, определит суд. А чтобы такое разнообразие взглядов на перекресток не приводило к неприятностям, необходимо всего лишь дополнить перекресток одним знаком. Вернее, табличкой 7-8 направление главной дороги, установленной со стороны Новгородской. Вот тогда никаких сомнений в конфигурации проезжей части не возникнет. И повороту направо на Динамовскую не будут мешать машины, ожидающие зеленого сигнала для проезда прямо. Как известно, лучше поздно, чем никогда. Вот так и мне выпало съездить в Крым и окунуться в море в середине октября. За эту поездку стоит поблагодарить международный автомобильный холдинг «Атлант-М», который запустил в Коктебельской бухте вторую часть экологического проекта «Риф Атлант-М». В путь двинулись двумя машинами, предоставленными автоцентрами «Атлант-М-Юг» и «Атлант-М» на Гагарина. Это Nissan Pathfinder и Renault Fluence. Мне довелось поездить на обоих, так что за долгую поездку успел оценить прелести Renault и Nissan. Хоть сравнивать рамный джип и обычный седан D-класса некорректно, признаю сразу, Nissan понравился больше. На скоростной бетонке оба автомобиля уверенно держали выставленный на круиз-контроле 140 км в час. При этом ни малейшего напряжения сидящий за рулем не испытывал. И пассажирам было весьма приятно любоваться осенними пейзажами. А так как Pathfinder был самым мощным в гамме дизелем, то трудно было удержаться от проверки его скоростных характеристик. Вот и не удержался. Когда стрелка перевалила за 200, а тяжелый внедорожник продолжал разгоняться, стало как-то неуютно. Хотя машина не дала ни малейшего повода, шла как по рельсам, без рыска ни раскачки. Это несомненная заслуга независимой подвески, которой чуть попозже выскажу еще пару комплиментов. Когда на спидометре было 220, единодушно решили – хватит. Итак, все понятно. 230 дизельных коней способны на многое. Во время эксперимента Fluence подстал, его потолок по паспорту только 200. И скорость в нем чувствуется заметно сильнее, чем в Nissan, сказывается разница в классах авто. Хотя 2 литра и 143 лошади под капотом разгоняют машину достойно. Когда бетонка закончилась и начался разбитый асфальт Днепропетровской области, разница в поведении машин нашего маленького каравана стала еще ощутимее. За рулем Pathfinder быстро отучаешься обращать внимание на качество дорог. Подвеска глотает все, что попадается под 19-дюймовые колеса. Разве что тщательно углубленные дорожниками ямы заставляют немного снизить скорость. Случись такое под колесами легковушки, даже страшно представить, чем обернется. Отмахав 300 км до Запорожья, понимаю, что что-то мне не хватает. А, так это ж ГАИ не хватает. Ни одного патруля. Видимо, сезон кончился и больше на трассе ловить нечего. Ну или некого. Остались только стационарные посты. И это хорошо. А то наши эксперименты с максимальной скоростью могли бы закончиться иначе. На узких дорогах Запорожской и Херсонских областей в полной мере оценил динамику 3-литрового дизеля. Обгоны на Ниссане – одно удовольствие. Причем неважно, какая передача включена в 7-ступенчатом автомате. На любой передаче паровозная тяга в 550 ньютон-метров буквально выстреливает вперед 2,5 тонны Pathfinder. По крутящему моменту характеристики двигателя близки характеристикам бензинового мотора вдвое большего объема. А когда ехали по Крыму на участке между Джанкоем и Феодосией, опять не мог не восхититься работой подвески. Вхожу в вираж, ожидая от большого джипа большого крена. Выбираю пологую траекторию, а крена-то нет. Ну, не то чтоб совсем, но по ощущениям не больше, чем в едущем позади Флюенсе. И уж совсем меня обескуражил бортовой компьютер, показавший по окончании поездки средний расход меньше 11 литров. Снова возвращаюсь к рассказу о путешествии в Крым. Немного о причине поездки. Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» является крупнейшим объединением компаний в СНГ, вот уже 20 лет продающих автомобили в России, Беларуси и Украине.
Социальная ответственность – важная составляющая в деятельности холдинга. Для улучшения экологической ситуации в бухте Коктебеля в 2007 году на дно бухты был установлен искусственный риф в виде надписи «Атлант-М». Биологи пришли в восторг от результатов. Риф усиленно обживает всевозможная морская флора и фауна, которая способствует очищению воды. В нынешнем году, в честь 20-летия холдинга, проект решено было расширить, добавив на дне еще и надпись «20 лет» и логотипы тех марок машин, с которыми работает «Атлант-М». А в качестве заключительной точки – бетонная шайба с отпечатками ладоней всех причастных к событию. Самые любопытные могли наблюдать за процессом погружения рифа непосредственно из-под воды. Теперь на дне Коктебельской бухты еще больше мест, где может развиваться морская живность. Ну а мне, как всегда, костюмчика по размерчику подобрать не удалось, поэтому использовал свободное время для более близкого знакомства с теми машинами, на которых путешествовал. Renault Fluence был представлен в версии Sportway. Внешне эта модификация отличается от прочих спортивным обвесом, легкосплавными колесами и молдингами в цвет кузова. Внутри добротный интерьер, качественные материалы, на ходу никаких отличий от версии Dynamic. Как это характерно для Renault, плавно и тихо, даже по грунтовке. Понравилась работа механической коробки, передачи переключаются мягко и четко. В общем-то, все ожидаемо. Совсем другие эмоции от управления Ниссаном на горных дорожках и солончаках Севаша. Прыгая по проселку, так и не смог заставить подвеску сработать до отбоя. Мощная железяка. Кстати, Pathfinder — единственный рамный внедорожник в модельном ряду Ниссана, не считая пикапов, что не может не греть душу истинного джипера. Интересно было бы его попробовать на льду, а то на песке так и не удалось прочувствовать работу электронных систем стабилизации. Электроника просто не вмешивалась, не было повода. И не удалось попользоваться удобной крутилкой управления полным приводом. В режиме авто передок подключался сам в нужный момент. Внутри Nissan, как и положено по статусу, имеет все элементы комфорта. Кожа удобных сидений, трехзонный климат-контроль, мягкая отделка, мощный звук аудиосистемы Bose и масса кармашков-подстаканников. Благодаря размерам дверных проемов в машину именно входишь, а не залазишь, пригибаясь. Салон более чем просторен и при необходимости легко превращается в семиместный. Причем пассажиры галерки не обделены комфортом, есть даже отдельный дефлектор вентиляции для третьего ряда. Жаль, но короткий курортный вояж подошел к концу. Пополнив крымские впечатления посещением подвалов Коктебельского винзавода, мы затарились его продукцией и двинулись домой. На обратном пути в Харьков проверил работу навигационной программы Nissan. Она неплохо знакома с крымскими дорогами и знает русский язык. Как стемнело, порадовался отличному свету фар Pathfinder, мягкой подсветке панели приборов. В общем, подводя итоги, могу только порекомендовать посетить автоцентр «Атлант-М» на Гагарина и взять Nissan Pathfinder на тест-драйв. Это как раз тот автомобиль, на котором мы путешествовали. Уверен, после теста вам тоже, как и мне, захочется иметь такую машину. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.